В очередной раз, возвращаясь домой вечером от метро, решил попить кофейку. Есть там одна кофейня, где делают относительно недорогой кофе. Вот. Но экономят они на всем, на стаканчиках, а тем более на крышках. И как результат, вот такие вот пятна. Как с этим бороться? Элементарно. Нужно покупать свой собственный термос, кидать его в сумку либо в рюкзак и ходить пить кофе из него, чтобы он был не проливающимся, чтобы он держал тепло и чтобы не задалбывал вот этот вот, как сказать, менталитет наш на всем экономить. Нет, чтобы купить нормальный стакан, нормальную крышку, которая будет держать. Пусть там за такой кофе, который готовят они, я готов заплатить там нормальные деньги. Вот. Но это просто жесть. Термос будет решением всех проблем, связанных с переливанием. Здесь есть сито для чая, замок на крышке, снимается петелька с прорезиненной чашкой, снимается резинка, которую можно отдельно помыть, который фиксируется на замок. Теперь можно это все дело испытать. Это уже хорошо. Держит отлично.